Интересно, что там внутри? Все какают. Ложь! Я не потерплю такой клеветы в своем доме. Я избавлюсь от этого немедленно. Позже. Готов попробовать новую книжку? Да! Различные животные делают различные виды каках. Санс! Санс! Санс, ты отвратительный лентяй! Вставай! Привет, босс. Че тебе надо? Я все утро терзал свою душу, пытаясь понять, как у такого жалкого монстра, как ты, когда-нибудь будет достаточной силы для свидания с человеком. Че? Конечно! Будучи таким великим, как я уже нашел решение. Босс... Тебе просто нужна практика! Что? И с кем практика может быть лучше, чем с самим мастером свиданий? Босс? Не волнуйся, Сэнс! С моими уроками поцелуев ты станешь мастером свиданий в мгновение ока! Теперь... Иди сюда, Сэнс! Босс! Подожди! Здорово, Ред. Ты не закрыл свою дверь, так что я позволил себе... Целуй ее, Санс! Целуй ее так, как будто моя рука — это нежные сладкие губы ангела! Рад видеть, что вы наконец поцеловались и помирились. Санс, никаких грубых жестов! Хот-дожи и кроссворд. Везде написано хот-дог. Хей, пап, как там продвигается твоя детская путаница? Выглядит прекрасно, но ты, кажись, упустил смысл головоломки. Санс, ну же! Эй, это для меня? Посмотрим. О, вау, это великолепно! Спасибо, малой! О, ты собираешься написать мне? Подожди, дай мне просто... Папирус, можешь достать немного корицы для меня? Конечно, но для чего она тебе нужна? Собираюсь кое-что приготовить. Но корица не очень-то подходит для спагетти. Я собираюсь приготовить не спагетти. Ты же знаешь, что есть еда, кроме спагетти, верно? Ну же, скажи Санте, каким хорошим маленьким бро ты был в этом году. Я был хорошим в этом году. По факту, я великолепный. Санта! Семейные традиции. Сэнс, это... Ладно, подожди. Просто я присяду. Хей, Сэнс, кем ты нарядишься на Хэллоуин? Дам подсказку. Это мой лучший друг. Какое совпадение! Я тоже! Ты что ли видел это раньше? Мелкий говнюк. Ладно, Плакса, расскажешь мне, что не так? Другие дети в школе продолжают обзывать меня грубыми словами. Типа, каких? Ну... Высади меня на школьном газоне на переменке. Хей, бро, у меня новый телефон. Хочешь его опробовать и сделать фото? Откуда ты берешь все эти штуки? У меня есть связи. Попозируй для фанатов, бро. Хорошо, Папирус. Но подожди, мы еще не попалили на новые фильтры. Элегантный фильтр. Аниме-фильтр. Вауи! Реальная жизнь фильтр. Конфеты или жизнь? Ох, какие милые костюмы. У меня как раз есть для вас конфетки. Призрачные конфеты восстанавливают неизвестных ХП. Сделаны из эктоплазменной нуги. Too spooky for me. Наслаждайтесь конфетками. Ох. Они прошли через пакет. Мне очень жаль. Простите. Ох. Конфеты? Ха, они вредные. Я, великий Папирус, дам вам нечто лучше каких-то конфет. Это спагетти. Пам-парам, пара-пара-па-па. А? Неужто у меня действительно кончился кетчуп? Погодите-ка! Почти забыл про свою секретную заначку. А!
Эй, папирус. Боже мой. Папирус, нужна помощь, бро. Пожалуйста. Это была ужаснейшая идея с самого начала. Как ты вообще мог до этого додуматься? Готов поспорить, я был не в себе. От кетчупа. Не смей больше никогда так делать. Ты же можешь навредить себе. Папирус, спасибо. Ты правда лучший брат на свете. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. Лежал бы ты сейчас в луже кетчупа, страдая от бутылки у тебя в голове. Вот что бы ты делал. Сэнс, хрен ты моржовый! Да? Собери свои носки! Не. Собери! Ок. Прямо сейчас! Ок. Сейчас! А кто из вас, братьев-скелетов, лучше обнимается? Ну, естественно, великий папирус! Да уж, я хоть и мягче, но бро хватка сильнее. Но в обнимаемости я буду лучше. Так и получается, что папирус лучше обнимает, а я обнимаюсь. Вместе мы супер-братья-обнимастеры. О боже мой, Сэнс, ты все еще говоришь? Обычно, когда мы обнимаемся, ты уже засыпаешь. Я очень впечатлен. Спасибо, бро. Несмотря ни на что, это все еще ты... Я убью тебя! Я всех убью! На, держи Сникерс. Почему? Потому что ты превращаешься в злое растение, когда ты голодный. Лучше? Лучше. Я просто не понимаю. Флауи убежал. Не могу поверить, я наконец-то встретил солнце. Я буду с ним драться. Флауи, прошу, не заставляй меня делать это. Умоляю тебя, я сделаю что угодно. Ничего себе, да ты весь дрожишь. Что угодно? Тогда я хочу увидеть, как твое лицо искривляется в агонии от твоих собственных действий! Поднимай его, неряха! А что если Сэнс наденет на Кор Фриск накладные глаза? Иди-ка сюда, малец. Сэнс, что? Ты единственный, кто должен винить себя за это. Ты идиот! В этом мире убей или будь... Что ты делаешь? Плохой. Ты глупец! Вода только делает меня сильнее! Эй, приятель, дай мне эту штуку. И что ты собираешься сделать? Облить меня? Здесь, лепесток. Я припёрся. Конец. Время порисовать. Эй, пап, книжка понравилась. Что читаешь? Дай пять. Обнимахи. Эй, папирус, девушки из библиотеки попросили меня нарисовать вывеску для саммита, который они устраивают, на тему японской слоговой поэзии. Мне нужно мнение со стороны. Интересная конференция Хоку проходит внутри. Эй, Фриск, принес что-то для папируса? О мой бог, это потрясающе! Хочу увидеть его лицо. Эй, папирус, подойди на секунду. Фриск принес игрушку. О, серьезно? Это великолепно! Что-то для меня? Да не стоило. Пэтти спагетти? Она прекрасна! Поцелуй. Нет, поцелуй. Нет! Ах, ну же, Флауи, что не так с поцелуями? В конце концов. О, нет. Одни губы хорошо. Нет, пожалуйста, нет. О, боже. А пара лучше.